Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержать расширение Евросоюза за счет вступления в него стран Западных Балкан, Республики Молдова, Украины и даже Грузии. Об этом сообщает Der Spiegel. Произнесенная им в Праге речь получила название «Европа – наше будущее». В ней Шольц отметил о необходимости гораздо сильнее использовать влияние объединенной Европы. Политик также представил проект Европейского Союза с 30 или 36 государствами, сильно отличающийся от нынешнего состава ЕС. Одна из идей заключается в том, чтобы построить тесные отношения дружбы и оказать поддержку этим странам. Я подтверждаю свою поддержку предложению президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейского политического сообщества. Расширение Евросоюза за счет этих стран, убежден Шольц, отвечает интересам сообщества. По мнению главы правительства ФРГ, центр Европы таким образом движется на восток. А для расширения, добавил канцлер, Евросоюзу необходимо предпринять кардинальные шаги, в частности, реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики. Шольц предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна, члены ЕС, выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений. Причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.